Всем привет! Вот и новый день. Сегодня у нас день ходовой. Сегодня я буду менять стоечку стабилизатора. Получается, у меня на одной рыпнул пыльник. Я заказал две лимфердеры. Сейчас полезу менять. Совсем забыл сказать. Лайк, подписка, ну и комментарий. В общем, вот этот стоечку, тут пыльник порванный. Сейчас буду менять. Был я, кстати, на СТО, поменяли мне эти пыльники на приводах, поменяли на стойке стабилизатора, ну не на стойке, а на поперечной тяге вот этой, поменяли резинки. И теперь скрип ушел, все в порядке. Пыльники у меня теперь отличные с одной и с другой стороны. В общем, вот такие дела. Сейчас буду снимать эту стоечку и поменяю обязательно. Тут переставлю вот эту штуку, крепление. Ой, плохо видно. Ну, зато теперь все чисто, не в масле. Вернее, не в мазуте. Буду потихоньку делать дальше. Так, переставил все по фэншую, теперь все стоит красивенько. Буду откручивать стойку. Попшикал ВДшкой обильно, сейчас буду снимать. Снял старую стойку стабилизатора, пыльник, не знаю, порван, не порван, или порван пыльник. Короче, сейчас буду менять. Они оказываются разные. Я думал, они одинаковые. Они нифига не разные. На каждую сторону своя. В общем, сейчас будем ставить новую. Установил новую стоечку. Не знаю, стоит ли менять с той стороны. Там пыльники целые. Пусть пока, наверное, полежит. А может, сейчас поменяю. Не знаю, сейчас сяду, отдохну, подумаю. Поставлю колесо пока. В общем, как-то так. Кстати, у кого нету ключа, который сюда накидывается, лайфхак. Просто берете, когда закручиваете вот так вот резко, да, раз, оно поджимается, ну, эта же стойка поднимается тягой поперечной устойчивости. И закручивается, и потом все в порядке. Я не знаю, таким методом, только что закрутил сверху, снизу. Все нормально, вообще не прокручивается. В общем, как-то так. Кстати, совсем забыл сказать, за цену обошлось мне поменять пыльники на приводах и резинки на поперечную устойчивость вместе с работой и с деталями 110 евро. Ну, как для Словении, так это даром. Короче, собрал я правую сторону, там где порванный пыльник был. Посидел, подумал, есть же еще одна лимфердеровская штука. Тяга. Поменяю ее, наверное, и с этой стороны, потому что там тоже хрен его пойми, чего за тяга. Может, и родная, но резинки, скорее всего, попрели. И поменяю, короче, чтобы забуду, чтобы уже не париться. Вот такие лимфердер купил. В общем, погнали работать. Ла-ла-ла-ла. Кстати, они не очень дорогие.
заметил вот такую вот фигню на тормозном шланге. Надо будет заказать тормозные шланги поменять. Причем в срочном порядке. Кстати, совсем забыл сказать, чтобы снять стоечку и поставить. Нужна чудо-монтировка. Вот сюда вот закрепляешь, прижимаешь, тогда можно достать. А то этот рычаг под домкратом подкидывает, не вылазит стойка. В общем, как-то так. Короче, не зря решил ее поменять. Ну, если видно, не видно. Уже начала преть вот эту вот. И, возможно, в ближайшее время она тоже так отрыгнула, вот эта резиночка. Ладно, буду ставить новую стоечку. Сейчас все вытру, чтобы было там чистенько. И вперед. В общем, поставил я новую стоечку. Если что, кстати, тут ключик нужен на 19, чтоб все были в курсе. Ладно, собираем дальше. В общем, стойки установлены. Теперь впереди у нас замена шлангочек. Не знаю, буду сам менять или на СТО повезу. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!